начинаю, в принципе, с одного и того же вопроса. Знаешь, что, где, когда? Что с тобой произошло, когда в твоей голове что-то щелкнуло, что ты взял в руки камеру и начал снимать все вокруг? Вот как ты к этому пришел? С чего все? О, это, кстати, очень интересная история получается, потому что до съемки видео я достаточно долго занимался фотографией, в том числе свадебной. Вот. Но как-то так получилось, что все свои поездки, путешествия я проводил вместе с экшн-камерой. Вот, была такая маленькая камерка, вот они до сих пор продаются, все, всем знакомы, GoPro. Вот, и я как-то на селфи-палке снимал себя, снимал друзей, снимал все вокруг. Вот. И как-то мне пришло в голову, что, наверное, нужно упорядочить этот материал вот каким-то образом, вот, и смонтировать ролик. В общем-то, таким образом началась моя видеокарьера, потому что вот этот вот промо-ролик, маленький промо-ролик моего путешествия позволил мне стартануть в видеопродакшене, так скажем, и начать зарабатывать путем съемки видео каких-то видеособытий, видеомероприятий. Вот, такая вот маленькое стечение обстоятельств вот, позволило, в общем-то, определиться с дальнейшим ходом, с дальнейшей жизнью. Так что вот, и теперь я свадебный оператор, плюс у меня достаточно большой опыт уже работы на телеканале. Вот, можно сказать, я совмещаю то и другое, опыт телевизионный перемежаю с опытом свадебным, и это очень хорошо, очень интересно, потому что репортажная съемка, она требует постоянно держать себя в тонусе, так скажем. А свадебная съемка, она, по сути, и есть, отчасти репортажная. Давай постепенно открывать все твои таланты. Я тут даже сегодня с блокнотом. Давай. Все написала себе. Хорошо. Вот ты начал с маленькой камеры и с путешествий. И именно это тебя привело в профессию видеооператора. Да. Поэтому я сначала, давай тогда по порядку, про путешествия. Я познакомилась с твоей страницей в ВКонтакте и в Инстаграме. У тебя есть канал. Да, конечно, у меня есть YouTube-канал. И мне, конечно, очень поразило. Поразили твои съемки, Байкал очень поразил. По красоте и твой ролик по путешествию в Девянскую каменоломку да. Поразил по, скажем так, по смелости. То есть, как у тебя так получается, вот, ходить и такую красоту, и погружаться в подземелье, ничего не боясь, и при этом еще это так красиво монтировать, что, несмотря на то, что мне кажется, это опасное дело, да. Мне захотелось там побывать. Вот посмотрел твой ролик, и мне прям захотелось побывать. Как это рождается вообще? Страсть путешествия, как перерождается? В общем-то, страсть путешествия, она во мне всегда была, вот, просто периодически друзья меня сподвигают на какие-то подвиги, то есть я присоединяюсь к кому-то, к какому-то путешествию, меня зовут в путешествие, ну, либо помочь, либо просто отдохнуть, в основном это в таком лайтовом варианте происходит, то есть никто никого не напрягает, и мы едем снимать, ну, отчасти для себя, отчасти там по работе для кого-то. Вот, а ну, залезть куда-то, погрузиться под землю, что-то исследовать, ну, это, видимо, тоже какая-то такая нотка характера, черта, вот. И, ну, я примерно представляю, какая опасность может меня ожидать, просто ты готовишься, чтобы быть во всеоружии и противостоять тому, что с тобой может случиться, ну, в общем, выполнять все нормы безопасности и заранее, конечно, подробно узнавать о том месте, куда ты собираешься лезть. Это, если говорить про Девятовскую каменоломню, там вполне себе безопасно, зависит, конечно, от времени года, я немножко расскажу вот про нее. Вот. Главное обзавестись картой, которую можно найти на просторах интернета. GPS там, конечно, нет, поэтому придется ориентироваться по меткам, которые расположены в туннелях, но благо спелеологи, они приносят с поверхности всякие баночки, скляночки, там всякие знаки автомобильные, дорожные, вот, и ты можешь там ориентироваться. Главное запастись терпением, физической немножко подготовкой, потому что придется лезть на карачках достаточно долго, вот, и все получится, все будет хорошо. Сможете оттуда получить массу впечатлений, а не погружаться, боясь и переживая за свое состояние. Вот. А что в планах? Ну, я понимаю, что сейчас история такая, что мы в дальше время вряд ли сможем путешествовать, да, но тем не менее мечтать об этом нужно. Есть ли в планах куда путешествовать, да, куда поехать, что снять? Есть ли какая-то мечта, вот именно travel?
Ну, была большая мечта поехать в этом апреле на свой день рождения в Непал, вот, в базовый лагерь. Но, к сожалению, Непал закрылся, вот. Мы туда улететь, конечно же, не успели, да и, в общем-то, и не нужно было, наверное, туда улетать, а то там бы так и остались до завершения всего этого карантина. Вот, была распланирована вот такая вот двухнедельная поездка, трекинг, восхождение, ну, не восхождение, это трекинг, просто достаточно сложный трекинг, вот, можно так это назвать. Соответственно, мы собирались с собой брать камеры, микрофоны, стабилизаторы, квадрокоптеры по возможности, чтобы параллельно те впечатления, те красоты, которые мы видим, можно было запечатлеть и потом показать, соответственно, своим зрителям, людям, взять какие-то интересные интервью, рассказать о том, как происходит это восхождение, этот подъем, что может ожидать, как распланировать маршрут, сколько это может быть стоить. Ну, в общем, по совместительству путешествие превращалось в некий такой видеоблог, и конечной целью, ну, кроме того, что мы хотели получить огромное впечатление от гор, потому что, ну, лучше гор, только горы. Кто был в горах, это знает. Вот. Ну и, соответственно, привести кучу материала и сделать интересный видеоролик. Вот так вот. Ну, я думаю, что мечты должны сбываться, и они еще обязательно сбудут. Поэтому, если ты не перестанешь мечтать... Единственное, что на последней фразе ты у меня совсем пропал. Я... Там как-то можно... Давай. Я уже догадалась, про что ты говорил. Да, я поближе буду. Я вроде громко говорю. Стараюсь говорить громче. Буду ближе. Так, путешественник. Путешественник, да. Так, теперь, вот скажи мне, пожалуйста, ты видеооператор? Или вот это новое слово... Видеограф. Да, видеограф. Вот ты я, что, да. Видеооператор или видеограф? Да, я про это расскажу. Вообще, видеография, как, точнее, слово видеография, оно заимствовано оттуда, вот из Америки откуда-то. Не люблю заимствованные слова, поэтому я предпочитаю себя называть свадебным оператором, если говорить про свадьбы. Так понятнее, как-то больше по-русски вот звучит. Вот. А почему люди называют... Ну, откуда это слово «видеография» пошло, это тоже нужно понимать и знать. Оно появилось на стыке пленочного кино и устройств, записывающих на видеокассеты. То есть были кинооператоры, которые снимали на кинопленку, вот, и появились видеографы, которые снимали, ну, какие-то малобюджетные, может быть, картины, какие-то тоже самые мероприятия, вот, но на видеопленку. Вот, родилось... Вот из этого названия, собственно. Вот, сейчас это все объединилось, слилось, поэтому, ну, особого смысла называться видеографом нет. И в целом, сейчас оно, наверное, поменяло, ну, в русских реалиях значение, потому что сейчас все считают, что видеограф должен уметь все, в отличие от кинооператора, который должен там правильно строить кадр, вот, видеть свет и все такое. То есть видеограф должен придумать задумку какую-то, распланировать сценарий. Вот, должен разбираться в настройках камеры, должен разбираться в осветительном оборудовании, вот, должен разбираться в монтаже, как в постпродакшене, должен разбираться в цветокоррекции, в озвучке, ну, во всем. Вот, на самом деле это, конечно, так, но по-хорошему обычный оператор, который заканчивает какой-то вуз, вот, он тоже знает базу для всего этого, для всех этих навыков. Вот. Но непосредственно, конечно, человек не может знать все, поэтому углубленно он может разбираться только в определенной части там, техники, допустим, какой-то. Вот. Поэтому я вот предпочитаю себя называть, наверное, свадебным оператором, потому что это понятнее звучит. Вот. И специфика свадьбы, она, ну, в этом вот словосочетании больше выражает профессионализм мой, что ли, в отношении свадебной съемки. Потому что свадебная съемка, она требует, ну, тоже определенных навыков, вот, которые в других сферах съемки, наверное, они либо слабо как-то применимы, необходимы, вот, а в свадебной съемке это требуется. Поэтому, можно сказать, такое громкое название «свадебный оператор» для меня значит гораздо больше, чем вот видеограф, который типа умеет все, но на самом деле, насколько он разбирается тонко в этих подробностях, тоже большой-большой вопрос. Вот, поэтому я вот предпочитаю, чтобы меня называли свадебным оператором. Свадебный оператор. Да. Тогда вопрос к тебе как к свадебному оператору. Вот я как ведущая, да, и в том числе свадебная. Ага. Когда мне звонят молодожены, да, и мы с ними встречаемся, я им каждый раз говорю, что свадьба, она может, имеет какие-то
Да, 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 да. Но вот мясо и мышцы у каждой свадьбы это все индивидуально, как разрез глаз, там, не знаю, как форма ушей у человека. Uh-huh. Поэтому вот у меня нету двух одинаковых свадеб. Даже если я какие-то беру общие моменты, они все равно на каждой свадьбе разные. Вот ты когда монтируешь свадебный фильм, да, ты отталкиваешься от пары, от их истории, либо как-то проживаешь их историю через себя. Вот что сложнее, монтировать то, что ты получил, либо снимать свадебный день? Вот ты очень правильно заметила, что ты проживаешь этот свадебный день и проносишь его, проводишь через себя, через вот призму своего зрения. Поэтому всегда, ну, операторская плюс монтажная работа, если это делает один человек, она очень такая индивидуальная получается. Вот, и, конечно же, ты начинаешь знакомство с парой там, с первой встречи. Вот, и ты можешь уже понять там, на стадии заключения договора, вот, о том, кто эти люди, чего они хотят. Вот. Даже если они хотят какой-то сумасшедший ролик, который увидели у тебя в портфолио, но их свадьба, ну, не получится такой же, допустим, там какой-то динамичный, такой особенный, они все равно хотят. Но, тем не менее, можно с ними договориться, вот, увидеть в них какую-то искорку, вот, заметить что-то главное для них и предложить вариант и по съемке, вот, по проведению дня, соответственно, вот, и по финальному монтажу, учитывая их характер, подобрать специальную музыку, я не знаю, там ритм монтажа, то есть можно сделать поспокойней монтаж, вот, подинамичней. Вот. Если они, не знаю, приколисты какие-то, КВНщики, то можно каких-то, ну, даже фейлов навставлять, в принципе, свадебных, и такие ребята поймут, и им будет интересно увидеть, как на самом деле прошел их день, вот, а не там сюси-пуси, да. Ну, то есть очень сильно зависит, конечно же, от человека. Вот. И, ну, то есть у свадебного оператора должен быть, конечно же, индивидуальный подход на 100%. Вот. Я считаю так. Вот еще тогда, знаешь, какую хотел спросить вопрос? Вот у меня вчера в эфире была Евгения, она великолепность парикмахер, да, ага. Делает потрясающие свадебные прически. Мы сейчас не говорили о том, что, конечно, нужно репетировать свадебный опыт. Многие фотографы говорят о том, что перед свадьбой желательно сделать как в стори, чтобы понять друг друга, чтобы в день свадьбы, да, не стесняться и привыкнуть. Вот видеооператору нужно ли снимать love story, чтобы как-то вот понять ребят, как они ведут в кадре? Либо для съемки свадебного дня это совсем не нужно? Ну, на собственном опыте я могу сказать, что love story зачастую заказывают пары, которые хотят познакомиться с тем человеком, сами пары, которые хотят познакомиться с тем человеком, который будет у них работать весь свадебный день потом. Ну вот, были у меня такие случаи, и они достаточно многократные. То есть даже не ты предлагаешь им снять вот эту вот их встречу прекрасную, да, какие-то такие красивые кадры, вот, а они предлагают тебе, потому что они хотят понять, что ты за человек и как ты работаешь. Вот. В принципе, мне важно установить просто зрительный контакт с людьми, вот, то есть посидеть с ними за чашечкой кофе, вот, пошутить, как-то обговорить какие-то моменты, и в целом мне будет этого достаточно, мне будет понятно, что за человек, что он из себя представляет. Ну а так, love story, конечно, это красивая история, которая является дополнением свадебного дня, вот, и рассказывает о каких-то взаимоотношениях пары. И самое главное, что она может быть снята в спокойной атмосфере, без вот этого свадебного движа, вот, этой динамики, вот, беспокойства. Соответственно, ну и результат может быть немножко другой, если сравнивать какие-то постановочные кадры во время свадебного дня и во время love story. Вот. Ну, love story нужно. Какой твой самый любимый момент на свадьбе? Самый любимый момент на свадьбе? Есть такой? Который прямо ты прям снимаешь каждый раз? Мне очень нравится вынос торта. Когда же у нас тут? Вот, мне очень нравится вынос торта. Для меня это всегда такой сюрприз, что это будет, какие там будут вот эти вот холодные огни, а как его будут выносить, как он выглядит, потому что для меня это тоже большой сюрприз. Я стараюсь там не подглядывать на кухню, не заходить, не узнавать, как, что из себя представляет этот торт. Поэтому, наверное, вот для меня это такой самый волшебный момент, самый интересный. И в этот момент тоже интересно смотреть на реакцию, соответственно, зрителей. Вот. Не только восхищаться вот этим феерическим шоу выносом торта. Вот. А потом торт выносит
наносит практически всегда в конце. И это такой маленький сигнал, что еще чуть-чуть, и мы закончим вечер. Да, это тоже такая приятность, да, которой ты ждешь. Да, это действительно приятность. Скажи, а вот если были ли в твоей практике моменты, когда ты встречался с молодоженами, вы общались, и ты понимал, что ты не сможешь воплотить возможные их идеи, либо на каком-то энергетическом уровне, ну, нету контакта. То есть были ли такие случаи, когда ты говорил, ну, извините, я не смогу. Не то, что я беру все подряд, как бы, чтобы, или все-таки были такие моменты, когда понимаешь, что по тем или причинам не твоя пара, скажем. Были такие люди, с которыми вот этот вот момент переговоров, знакомства, он несколько затягивался и немножко напрягал, ну, проще сказать. Вот, потому что были требования, ну, в принципе, не сверх какие-то ординарные, вот, но необычные, вот, поступали от людей. И ты уже начинал задумываться, а нужно ли тебе работать с этой парой, вот. Ну, при том, что там гонорар, все тебя устраивало, все было хорошо, по времени тоже было все отлично, вот. Но я для себя выявил такое правило, чем вот сложнее пара на первом этапе, вот, тем проще и лучше все получается в результате. Вот, потому что, ну, видимо, это просто люди, которым сложно принять человека извне, вот, и они, ну, перегружают, может быть, какими-то лишними вопросами, но если ты все вот это вот переборешь, ну, до какого-то предела, конечно, понятно, что абсолютно там со всеми нельзя, наверное, договариваться, если ты чувствуешь какой-то подвох, на все соглашаться, вот как ты сказала, но, тем не менее, вот по собственной практике, ну, я не отказывал никому, вот, ну, то есть, в принципе, если все устраивало, то я никому не отказывал. Вот. И было несколько таких пар, с которыми, да, так это все трудно, со скрипом шло, двигалось. Вот. Но в свадебный день все было прекрасно, и главное, было прекрасно все на сдаче материала. Вот. То есть, когда они рассыпались в комплиментах, в комментариях, что как все было круто, какой ты молодец, какой ты профессионал. Вот. Поэтому, ну, я до последнего стараюсь с парой как бы быть в контакте и держать их при себе. Ну, если прям какой-то там трешничок уже начинается, вот, то, ну, конечно, да, стоит, наверное, отказывать. Было модно снимать фильмы в хронологическом порядке от момента спора. Да. Все вот как шло по времени, так и шло. Потом пришел такой момент, когда началась мозаика в кадрах. Это сначала мог быть торт, потом сборы, потом катушки, да, при монтаже. Да-да-да. Значит, потом пришла вообще история к тому, что никому не нужен часовой или там шестичасовой фильм, стали резать до какого-то, до часу. Сейчас это вообще три клип, да, и там минуты для Инстаграма. 2020 год, какой он будет? В плане техническом. То есть это будут длинные фильмы, короткие, клипы, я не знаю, как ты считаешь? Ну, я считаю, что нужно воспитывать чувство вкуса в молодоженах, вот, в массовом таком порядке. Поэтому, ну, стоит делать те ролики, которые будут смотреться регулярно, постоянно показываться родным, близким. Вот, и я все-таки ратую за то, чтобы был короткие такие хайлайты, то есть и самые яркие моменты, ну, типа а-ля Инстаграм какая-то версия, либо чуть более длинная, ну, 1.5-2, 2.5 минуты. Вот, и 15-20-минутный короткий фильм, вот, но в котором будет все быстро, динамично, не затянуто, все будет интересно. Тот же самый смак, но слегка такой удлиненный, с какими-то комментариями, интервьюшками, вот с этим делом. Вот, в принципе, я думаю, тенденция к укорачиванию вот этих фильмов, она продолжается, вот, и это очень нравится, потому что в рамках такого тайминга можно сделать гораздо более интересные работы с точки зрения монтажа, потому что у тебя хронометраж становится меньше, при этом материала на долю минуты, которую ты можешь смонтировать, у тебя больше, и ты, соответственно, можешь жонглировать вот этими кусочками файлов как тебе угодно, и в результате, ну, получается просто более годный, более интересный фильм, вот. Так что я вот прям надеюсь, что да, будет так. А вот знаешь, мне сейчас в процессе какой вопрос родился. А вот если, например, по той или иной причине монтажёна не позвали свадебного оператора, да, но не было у них съемки, зато потом им накидали друзья всяких, ну, кто что снимал на телефон, сейчас все гости всегда все снимают на телефон. Да. Вот они сидят с этими файлами, которые там 150 штук. И вроде и видео есть, и вроде
потому что там кусок, там кусок, какой-то кусок, а тут какой-то. В общем, есть ли какой-то рецепт, что с этим делать? Вот когда друзья снимают на телефон, да, и потом все кидают тебе, разбирайся, что хочешь. А фильм-то хочется. То есть, может быть, какие-то есть программы, может быть, есть какая-то услуга у видеооператоров сейчас вот во всей этой истории, когда понял. Мы на расстоянии друг от друга. Ну вот скажу так, получается, что довольно долго мне периодически друзья, возвращаясь из своих поездок, ну, не затрагивая свадебную тематику, сбрасывают те материалы, которые они наснимали. Ну, потому что, ну, как правило, люди, ну, умеют снимать максимум, да, но не хотят тратить время на монтаж, разбираться в монтажных программах. Возможно, у кого-то нет компьютера, вот, компьютера дома, на мобильном устройстве монтаж, ну, затруднителен даже вот сейчас, в данное время, в сферу технологического прорыва. Вот, поэтому я с удовольствием всегда брался монтировать такие ролики. Прям реально, у меня 3-4 примера как минимум точно есть, когда я это делал из путешествий. Вот, ну и к свадебным роликам это можно тоже, в общем-то, притянуть. Очень интересные работы могут получиться, потому что один и тот же момент, фактически, он снимается с разных ракурсов. Вот. Вот, и самое интересное, что можно это все дело объединить в одном кадре, вот, и получить многокамерную съемку, которую вы даже не заказывали. То есть у вас на свадьбе может работать один оператор, а в результате вы получаете какой-то спектр вот разных ракурсов. Вот. Это всегда может быть очень интересно. Вот. Поэтому можно вот другой взгляд получить, просто отдав, скинув массу вот этих вот снятых материалов просто человеку, который сможет с ними совладать, понимает специфику работы, алгоритм какой-то у него есть, вот, и может получиться очень интересная, ну, либо киношка, либо какой-то короткий ролик. И... А тебе никогда молодожены не скидывали, ну, например, к твоей работе, да, еще вот не было такого, что добавляли, да, вот фото друзей, там, видео друзей, как, ну, друзья наснимали и сказали, вот монтируйте нам фильм. Не было таких моментов? Был такой видос, есть у меня. Да, как раз в свадебном фильме использовали. То есть мы отсняли полностью свадебный день. Вот, и на следующий день ребята улетали на Бали, по-моему, как раз. Вот, я им сказал, снимайте все, что вот прям видите. Снимайте себя, комментируйте как можно больше, где вы находитесь. Снимайте в стиле блога. Вот, потом они весь этот материал привезли, естественно, там спустя 2 недели. Вот, и я кусочками все это дело вкрапил в сам фильм. Вот, причем самое интересное, если есть возможность каким-то образом взять интервьюшки, подводящие к этим кусочкам в течение свадебного дня, чтобы оно все перекликалось. Вот, получается вообще полноценная история. Вот, то есть ты из Москвы перемещаешься на острова, из островов ты перемещаешься в Москву. Вот, и это все миксуется и очень интересно смотрится, живо-бодро. И там фильм даже может быть длиннее получится. Мы выйдем за рамки тех же 20 минут, потому что просто кадров разнообразных гораздо больше. Вот. Да, я так делал, очень интересно получается. Ты сейчас так вкусно все это рассказываешь, а я поймала себе на мысли, что фильмы, которые сняты на пленку, да, вот не на цифру, как сейчас, на пленку, они же, ну, будут жить, да, в любом случае. А вот цифра раз и может исчезнуть. Вот не жалко, что все твои шедевры в цифре? Нет такого, что эх, сейчас бы на пленку бы все это. Я тут недавно, разбирая фотоархивы, наткнулся на свои отсканированные, кстати говоря, но пленочные кадры, прям с пленки я сканировал, вот, и они, ну, действительно смотрятся как-то необычно, если бы они еще были на бумаге, допустим, да, вот, это было бы вообще необыкновенно. Но, к сожалению, наверное, цифровое видео, цифровое кино на пленку никак не перевести, надо просто позаботиться о том, о его сохранности, вот, сделать максимальное количество резервных копий, вот, записать на разнообразные носители, которые прослужат вам долго, залить в облако, куда угодно. Потому что, ну, у меня, честно скажу, происходило такое не раз, когда я терял все свои цифровые архивы. Вот. Благо мне везло каким-то чудесным образом, что это были уже сданные работы коммерческие, вот, то есть они были отмонтированы, загружены в облако, и в облаке как раз вот уже готовые фильмы-то и сохранялись, то есть их всегда можно было передать заказчику. Но вообще сохранность как раз цифровых данных – это прям очень большой вопрос, и каждый видеооператор, вот, он должен об этом заботиться и как минимум несколько копий делать текущих работ. Пишут
когда можно отправить ролик? Друзья, я с Владимиром договорю, я отдаю вам полное его распоряжение. На моей странице в Инстаграме есть ссылка, как познакомиться с Володей. И с удовольствием отправляйте. Только дайте нам еще немножечко времени договориться. А, да. Так, но с этой стороной твоей жизни понятно. Со свадебным операторством, да. И очень приятно, что и действительно, вот все свои, я тоже так говорю, моя свадьба, да, все свои свадьбы пропускаешь через себя. А как в твоей жизни появилось телевидение? Ведь ты же еще видеооператор на канале «Карусель». Почему «Карусель»? Почему детский канал? Сложно ли работать на детском канале? И вообще, как ты относишься к детям? Ну, начну с конца. Детей я очень люблю, и, в общем-то, мое детство проходило в детском садике даже после того, как я уже оттуда выпустился, я был в школе, потому что у меня мама воспитательницей работала, и я так или иначе, возвращаясь после школы, вот, сталкивался с этими сопливыми созданиями, с которыми там приходилось проводить время, играть. Поэтому, ну, с детства я к детям очень хорошо отношусь, вот, и поэтому уже мне, наверное, проще работать вот на таком детском телеканале, потому что тут, опять же, постоянно с ними сталкиваешься. Вот, это очень интересно, забавно. А как меня туда занесло? Тут просто было свободное время. Это, по-моему, как раз конец, ну, типа, свадебного сезона, там, декабрь, что-то такое было. Вот, и мне просто товарищ предложил, ну, в качестве проверки собственных умений. Говорит, ты не хочешь ли попробовать там тестовую работу сдать и вот на оператора, телеоператора? Вот, на один проект, ну, вот, на котором я до сих пор работаю. Ну, и как-то так получилось, что мои как раз репортажные навыки очень пригодились, потому что, ну, опять же, тут могу сказать, что вот это вот свадебное портфолио, свадебное прошлое, вот, оно сыграло прям очень хорошо, ну, как это, было мне на руку, вот, потому что многие телеоператоры, вот, ну, классические, вот, они работают с большими камерами, либо за студийными, за такими рогами, и, в общем-то, они, ну, слабо представляют настоящую репортажную съемку, вот, с маленькой камеры, что нужно снять максимальное количество планов, максимально разнообразно, вот, а из-за того, что у меня было такое активное репортажное прошлое, такой бэкстейдж, или как это правильно назвать, вот, в общем-то, меня с радостью взяли на канал, и я вот до сих пор там работаю, снимаем детишек, какие-то мероприятия, музеи, театры. Это интересно. Я посмотрела у тебя страницу, ну, ВКонтакте, на твоей странице, и да, знаешь, вот как это, за кулиси, да? Да. Но это действительно так забавно смотрится, когда такие взрослые дядьки серьезные, со всеми камерами, и между ними, под ногами, дети бегают с игрушками, и все это, а при этом, вот, ну, знаешь, меня что поразило? Вы такие серьезные, а в момент появления детей у вас невольно появляется улыбка. Вот, наверное, говорят, что люди, которые работают с детьми, они не выглядят на похоже. Наверное, у вас от детей такая, вы пропали, все там такие серьезные, но вот это вот, наверное, детская какая-то история, проникает в ваше сердце. На самом деле очень добрые и няшные. Ну, так или иначе, да, дети заряжают своей энергией, своим позитивом, без этого никуда, потому что, ну, приходя даже на съемочную площадку, они свой детский характер, ну, не зарывают внутри себя, не закрывают, не перевоплощаются в каких-то серьезных телеведущих, вот, а все равно из них это прорывается, хотя от них как раз серьезные дядьки, которые стоят по ту сторону камеры, вот, требуют, чтобы они были все-таки по сдержаннее немножко, и хотя бы вот этот вот съемочный процесс, там, наш 40-минутный-часовой, вот, они как бы выдержали без своих вот этих вот всплесков эмоций, вот, потому что их у нас много, они у нас в этот день одни, и поэтому мы иногда хмуримся на них, когда, в общем-то, они начинают там шалить, вот, но, тем не менее, ну, все равно невозможно на них там никоим образом не кричать, потому что, ну, дети милые создания, что с них возьмешь, вот. Поэтому, да, у нас... Да. Ну, я хотел сказать, что, в принципе, у нас весь наш коллектив, вот, а в съемочном процессе участвует очень много людей, вот, это, опять же, можно провести аналогию со свадебной съемкой, когда у нас вот на съемках одной передачи, одного ведущего, участвуют как минимум 6 человек в студии, и еще там 3-4 человека вне студии работают потом там на монтаже, то есть это огромная команда изначально, вот.
на свадьбе работает один человек. Вот. И мысль потерял, но, в общем-то, я основное, что хотел сказать, сказал. В моей жизни есть еще такая история, как Funny Bucks. Ну да. Ну, Funny Bucks, типа, я называю Funny Bucks. Смешные Bucks, жучки. Да? Да, да, да. Funny Bucks. Это твое детище, я так понимаю. Это мое детище. Это, если ты хочешь задать, что это такое вообще, и почему так странно называется. Можно я сначала своим мнением поделюсь, да? Потому что я, конечно, в силу того, что там очень много роликов, не могла посмотреть все, но избрачно я смотрела, когда готовилась к нашей встрече. Я ни черта не поняла. И я поняла, что это хорошо, потому что это не моя, да, не моя область знаний, не моя область действий, да? Но я поняла точно, что люди, которые, так же, как и ты, занимаются операторскими работами, да, видеооператор, найдя вот на твоей страничке, они могут очень много что нужного и важного подчеркнуть. Потому что мне показалось, я вот не понимаю ни слова практически нигде, опять-таки в силу, потому что я, ну, девочка, скажем. Да-да-да. Я поняла, с каким, с какой идентичностью ты к этому подходишь. Да? Я немножко зависла на истории с микрофончиком, потому что у меня есть микрофончик, и как-то мне это зацепило. Вот я его нигде не использую, но он есть. И вот с какой педантичностью ты рассказываешь, и меня это поразило, как прикрепить микрофон, казалось бы, да, чудо? Да. Но ты перечислил все способы, и показал весь материал, каким ты не просто его показал, ты рассказал, где ты его показывал, какие плюсы и минусы, как в конце ларчик просто открывался. Мне вот, и мне это очень импонировало, что это не просто было там где-то прочитал, знаешь, там где-то на каком-то другом сайте, и здесь я вам всем принял. Ну, каждую историю ты пронес через себя. Вот. Поэтому прям... Спасибо большое. Как он родился, как появился, для чего ты его делал, как бы совпадают ли твои желания с тем, что ты там выкладываешь, или все-таки ты хотел бы о чем-нибудь другом поговорить, а там выкладываешь только то, что люди... Да нет, я стараюсь выкладывать как раз то, что интересно мне, вот, и то, что может быть как раз на просторах русского Ютуба не раскрыто в той мере, в которой это необходимо, об этом необходимо рассказывать. Вот, потому что, ну, так исторически сложилось, что есть западный Ютуб, есть российский Ютуб. Вот, там у людей более доступна техника, вот, более доступны какие-то информационные данные о этой технике. Вот, у нас же, ну, так как для нас это язык не родной, по сути, получается, вот, до нас это все доходит какими-то обрывками. Вот, и, соответственно, мне просто хочется каким-то образом людям рассказывать, показывать то, как нужно делать, как можно делать, если кто-то не знает. Потому что с теми же самыми вот петличными микрофонами, про которые ты говорила, вот, это вот маленькие вот такие вот штуки, которые вешаются там на пиджачок или на блузку, через которые пишут основной массовый интервью, очень важно вешать их, ну, как минимум, чтобы не болтался провод спереди, вот. Потому что внешний вид это очень сильно портит. А я вот сколько смотрел материалов, даже до сих пор вот есть, встречаются такие операторы, которые не следят за этим. Ну, то есть, вроде звук хорошо пишется, петличка там болтается, но провод этот виден, поблескивает, да и типа, да и ладно. Но ведь смысл каждой профессии, вот, и профессионала в этом деле в том, чтобы он делал свою работу на 100%, вот, и не оставлял вот эти вот хвосты, какие-то грехи непонятные, потому что, ну, в совокупности мелких вот этих вот недоделок, ну, вылезает какой-то полный провал, вот, и полная несостоятельность работника видна того, который выполнял это дело, вот. Поэтому я стараюсь людям рассказывать о тех моментах, ну, о которых мне в первую очередь самому интересно, я применяю их, я реально применяю, то есть я не рассказал, потому что я где-то это увидел, вот, и захотел перевести, рассказать, а я действительно это применяю, практикую, и это работает, вот. Я не знаю, у меня просто такая любовь, я не знаю, делиться информацией с людьми, я не знаю, с детства, наверное, вот, что, в принципе, логично было, что я какую-то накопившуюся информацию стал
через энное количество лет вот выдавать так порционно на своем YouTube-канале. Вот, я делаю это абсолютно безвозмездно, без желания нести какой-то заработок дополнительный с помощью этого, без инфо, как это называется сейчас, инфо-цыганство, когда ты продаешь информацию, причем которая доступна везде и всем. Вот, мне просто хочется вокруг себя сформировать некое такое комьюнити, вот, интересующихся людей одним и тем же, вот, и помогать друг другу. Вот, даже если оно будет не очень большое, вот, компактное, но я принесу пользу людям, мне это доставляет радость, удовольствие. Я как-то счастливее, что ли, становлюсь, когда я вижу там комментарии благодарственные, что я чем-то людям помог. Это прям, ну, большого стоит, мне так кажется. Вот, поэтому я этим занимаюсь. А у тебя есть ученики? Ученики есть у тебя? Есть люди, которые регулярно смотрят мои ролики, вот, регулярно задают вопросы. Сейчас у меня увеличилось количество стримов, онлайн-трансляций на Ютубе. Вот, ну, из-за того, что мы все сидим дома, вот, снимать более разнообразный контент не особо получается. Вот, но, тем не менее, можно вот проводить такие длинные разговоры на различные темы. Вот, и люди возвращаются, задают вопросы, благодарят. Вот. Ну, не сказал бы, что ученики, но есть вот такие последователи, которые перенимают опыт и пользуются вот теми лайфхаками, которые я описываю в своих видосах. Вот. И надеюсь, что, ну, они им действительно пригодятся в их профессиональной деятельности и помогут решать какие-то проблемы насущные, вот, более легкими методами. Вот, как-то так. Знаешь, у меня еще есть один вопрос, который я там всем знакомым видеооператорам задаю. Но я тебе хочу задать. Вот ты когда смотришь фильм, ты их смотришь как зритель, и все равно начинаешь в какой-то момент смотреть, как видеооператор видит. Да, вот есть такая проблемка. Как зритель? Ну, если фильм затягивает, так скажем, прям с первых кадров, вот, то ты абстрагируешься от той картинки, как это снято, как там кадры друг с другом перемежаются, вот, и ты смотришь как зритель. Вот, если фильм затягивает. Если, ну, ты как-то, я не знаю, не настроился на его волну, то ты его начинаешь досконально изучать. Ты его смотришь дальше, ты не можешь остановиться, вот, и начинаешь там смотреть операторскую работу, какую-то режиссерскую работу, сценарий какой-то, вот. Это если фильм как-то у тебя не завлек. При этом, ну, конечно, фильм при этом может быть абсолютно какой-то оскароносный, да, всем интересный, вот, и действительно достойный. Но вот такое зачастую происходит, когда ты, да, рассматриваешь фильм с операторской точки зрения, смотришь на источники света, как они там расположены, вот, пытаешься что-то для себя оттуда вычленить, какое-то движение камеры запомнить, может быть, что-то такое. Есть такое, да. Профессиональное, похоже. Я сейчас на секунду отвлекусь, потому что вообще хочу про другое спросить. Я когда открыла твою страничку... А, вот, нашла. А тут, ну, на странице есть, да, анкетки, которые мы все заполняем, и там любой желающий открывает и может посмотреть. И вот любимая музыка написана. Много чего нравится. Главное, чтобы музыка несла с собой положительные эмоции. Вот сейчас есть какая-то музыка, которая несет положительные эмоции? Ой, я бы сказал, что сейчас мне... Нравится. Да, что сейчас мне нравится, но не все меня поймут в данный момент, наверное. Ну, последнее я что слушал, это русская индия, в целом это можно, наверное, направление так обозвать, назвать. Вот, это молодые исполнители, которые, ну, поют о своем скромном жизненном опыте, вот, но... При этом тексты бывают там с матерком, вот, но музыка такая бодрая, веселая, вот, и как раз вот она поднимает настроение и заряжает на день, если это с утреца послушать. Вот. Не всем понятно, зачем я это слушаю и забиваю себе. А тебе-то понятно? Ну, как вот написано было, мое отношение к музыке, вот, если она несет настроение, положительные эмоции, то я ее слушаю. Вот, я стараюсь музыку, которая, ну, может как-то расстроить, я не знаю, погрузить в депрессию, я стараюсь ее не слушать, вот. И, ну, да, на данный момент такой вот у меня отрезок в жизни, что хочется вот такого, можно сказать, трешечка современного, вот. Но, тем не менее, в свадебной работе я такую музыку не использую, потому что я понимаю, что она... Да, я понимаю, что наша, да, музыка, которую я как видеооператор, она
вообще может отличаться от тех музык, которые вы хотели бы нашу да, 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 себе да, на да. свадьбе или в свадебном фильме, да, это все понятно. Люди, мы же человеки, да, 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 ничто да. человеческое нам не чуждо. Володя, какие планы на ближайшее будущее, какие идеи, что хочется воплотить? О, что хочется воплотить, прям врасплох меня застало этим вопросом. Ну что-то там в голове есть какие-то там идеи, до которых пока не доходили руки, но так вот периодически ты там заходишь в эту дверь, открываешь, так, скоро я за вами приду. Ну такие идеи есть, да, это такой, ну можно сказать, альтернативный вид заработка и отчасти искусства, это... стоковая съемка, ну, видеооператоры, если меня смотрят, они знают, что это такое, вот. Это возможность просто продавать свои футажи на площадках, которые расположены по всему миру, и зарабатывать дополнительные денежки на те же самые путешествия или на какую-то технику, на развлечения. Вот, это вот, наверное, то, чем бы хотелось заняться в свободное время, но не доходят руки, потому что занят все время чем-то другим, вот. Кого-то радуешь там видеороликами, вот, или там детишек снимаешь, вот. Это такая вот, наверное, сфера, в которую бы хотелось углубиться. Ну и, соответственно, ты можешь это делать путешествия, что меня привлекает как раз в стокерском деле. То есть ты можешь ездить, путешествовать, ну, то, чем я всегда и занимаюсь, снимать мир, вот, показывать его людям и плюс еще дополнительную денежку зарабатывать. Это вот прям... отличный такой вариант для времяпрепровождения, когда ты съездил в какую-то поездку, ну вот, кроме того, что принес, ну, как я уже вначале говорил, кучу положительных эмоций, кучу материала, ну, и ты еще можешь это все перевести в твердую, конвертируемую валюту, в деревянные денежки, ну, или в зелененькие там, на разных сайтах. Так? Они лишним ни для кого не будут, правильно? Да. От себя лично, да. Володя, я хочу тебе сказать огромное спасибо, потому что у меня, например, очень давняя мечта, я не знаю, ну, ей на лет 15 уже, и она пока никак не осуществима, побывать на Байкале. Прям у меня такая прям голубая мечта. И спасибо тебе за то, что вот своим творчеством, да, своими фильмами, вот этими маленькими фильмами, даешь возможность таким же людям, как я, которые мечтают, но пока еще не осуществили, ну, приблизиться к мечте и когда закрыв глаза во сне увидеть вот эти прекрасные красоты. Спасибо тебе за это большое. Да, да, пожалуйста, я рад. Я также хочу тебя поблагодарить, что ты сегодня был со мной в прямом эфире, и всем вам, друзья, хочу рассказать, что сегодня был потрясающий человек, видеооператор, а не путать с видеографом, свадебный оператор, путешественник, человек, который работает на самом няшном канале, канале «Карусель». Человек, который делится, он не жаден, он делится очень полезной информацией в области видеооператорской работы. И только он все это проносит через тебя и отдает, идентично к этому подходит. Это сегодня у меня был Владимир Крупин. Володя, тебе от меня огромное спасибо. Спасибо тебе, Надежда, да, спасибо, что пригласила, было очень интересно, тоже познавательно, интересный опыт, у меня это такой первый опыт в Инстаграме был, первый прямой эфир. А когда что-то происходит впервые, нужно обязательно загадать желание, оно сбудется. Хорошо, все, я загадал. Отлично, пусть твое желание сбудется, и рада, что ты сегодня тоже меня посетил, я уверена, что это не последняя наша встреча, и... ты будешь нас радовать и своим творчеством, нас и молодоженов. Да, 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 конечно. Не пожалеете, обращайтесь, Владимир Пикин, замечательный видеооператор. Всем да. пока-пока. Спасибо большое, всем счастливо. Увидимся.